мы уже начинаем привыкать к тому, что если дорогой Ради Фаритович в минувшую пятницу или четверг выезжает в командировку в Москву или Санкт-Петербург, то в понедельник он уже не может присутствовать на рабочем месте. Это входит в привычку. В принципе, ну, как говорится, тяжела шапка Мономаха. Дни и рабочее время у Ради Фаритовича не нормированы, так что ничего страшного. В этот раз обошлись без главы республики. Председательствовали в совещании Андрей Назаров и Константин Борисович Толкачев. Как говорится, поехали без главного. Во вступительном слове Андрей Назаров рассказал о визите правительственной делегации Республики Башкортостан на Донбасс в начале предыдущей недели. Он сообщил, что в планах Республики Башкортостан на 2023 год восстановление из руин в Луганской Народной Республике 50 многоквартирных домов, 3 школ и 2 детских садов. Премьер-министр посетовал, что увиденное поразило его до глубины души, что в школах нет туалетов и воды, и вообще школы в Луганской Народной Республике не ремонтировались укронацистами уже 50 лет, то есть примерно с 1973 года. Поразило меня, конечно, в очередной раз, что, ну ладно, последние 8-10 лет там никто ничего не делал. И, понятно, сложная обстановка, там, ну, как бы блокада была этой территории. Но, по сути, все социальные объекты, в том числе школы, детские сады, не ремонтировались примерно 50-60 лет. Воды нет в школах. Дети ходят в туалет с собой из ковшика воду и поливают.